Здание Дворца детского творчества, известное большинству как Дворец пионеров, было открыто в далеком 1957 году, а сама организация, объединяющая различные детские кружки, существует в нашем городе с 1936 года, так что сегодня ей исполняется ровно 80 лет. На протяжении всей своей истории сначала дом, затем Дворец пионеров, ну а сегодня Дворец детского творчества занимается воспитанием и развитием творческого потенциала у детей. Это и изобразительное искусство, это и социальная деятельность детей, это изучение английского языка. В этом году мы делаем эксперимент, мы ввели арабский и немецкий язык, то есть попытались сделать такую стартовую площадочку. Это работа волонтерского отряда. То есть вообще вот сама деятельность дворца, она очень многогранна, очень разнообразна и дает возможность именно каждому ребенку попробовать себя в чем-то и найти себя в дальнейшем. В честь дня рождения коллективы Дворца детского творчества подготовили праздничный концерт. Ребята пели, танцевали, читали стихи, поражая зрителей невероятно атмосферными номерами и своими талантами. Не обошлось в этот день и без поздравлений. Так заместитель председателя правительства Елена Буняшина зачитала приветственный адрес от губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Уважаемые коллеги, поздравляю вас и весь коллектив с 80-летием Рязанского городского дворца детского творчества. Все эти годы в учреждении ведется большая, многогранная и очень значимая работа. Здесь наше подрастающее поколение познает, как науку реализовать свои творческие способности в разных сферах, учится быть настоящими патриотами. Преподавателям вручили почетные знаки и грамоты, а также от администрации города Дворец детского творчества получил денежный грант в размере более 1 000 000 рублей.